Сегодня хочу сделать небольшой видеообзор затеняющей сетки. Вот затеняющая сеточка. Это 45% затенения. Она у меня простояла 3 года. Это Китай. Вот что с ней происходит через 3 года. Вот берем сетку. Сейчас я одной рукой попробую. И вот смотрите, берем. И она рвется при малейшем натяжении. Видите, она трещит вовсю. Где бы не взяли, она прорывается. Так, это Китай. А вот я купил Турцию. Смотрите, какая разница между турецкой сеткой и китайской. Это тоже 45%. Посмотрите плотность плетения. Она во много раз толще, наверное, раза в два. Да, раза в два толще. И вот усиленный край какой толщины. Видите, какое плетение здесь плотное. И смотрим, давайте покажу вам вот это вот. Вот, два края. Так, как же его, чтобы одной рукой все это дело показать. Неудобно крутить. Так, вот, смотрите, видите разницу? Это Китай, вот это вот. Это Турция. И плотность сетки самой. Если посмотреть. Вот, ну, видно, да? Здесь сетка и здесь сетка. 45-я. Что это 45-я сетка? Затенение, что это? Но здесь сама нить очень тоненькая. Здесь посмотрите, какая толщина. И промежуточные плетения, вот это вот, оно во много раз толще, чем здесь. Ну, эта сетка вообще, говорят, до 5 лет. Если верить. Ну, плетение здесь во много раз толще, чем у этой сеточки. Ну вот, вот разница. Сейчас будем менять сетку. Мы применяем ее на огуречных грядках, на томатах, на перце. Везде стоит такая сеточка у нас. Вот я положил на кулек на белый, чтобы было лучше видно. И вот это, видите, это тоненькое, тоненькое, тоненькое. Это во много раз толще. Почему и срок службы этой сетки гораздо больше. Сейчас будем отмерять, сшивать ее и натягивать на верхней части наших грядок. Заменили сетку. Вот так вот она выглядит сверху. Все края полностью закрыты. Вот так выглядит наш участок под томаты. Где мы выращиваем томаты. Тут сделали прополочку небольшую. Начинаем высаживать томаты. Здесь у нас идет по периметру сетка огуречная полностью. Вот она до сюда идет. Здесь у нас 11 рядков. Получается квадрат 10 на 12. Он закрытый затеняющей сеткой. Плотной сетки 45-я. Вот, вот такая вот сеточка. От града, от солнышка. Ничего не выгорает. Все просто супер. Вот стоят столбы. И вот так вот мы выращиваем. Здесь натянута везде вот проволока для подвязки. Это 2-миллиметровая. Стоят между ними растяжечки. Так что сетка, она полностью не привязана. Если даже большой ветер, она легко поднимается. Она прихвачена вон только вот в одном месте. Там дальше в другом. Сбоку стяжечка стоит. И стоят штрички уже. Так, так что сейчас начинаем высаживать. Вот половина осталась рассады нашей. Вот так вот. Высажу наши помидорчики. Здесь сетка. И наши помидорчики.